Привет, ребята! Мы сейчас находимся в Dollar Tree. Мы снимали уже этот магазин. Сейчас мы здесь, где самая дешевая еда. Все по доллару. И я выбрал, наверное, этот. Седар брокколь. Ваня будет пробовать дома вот всю эту еду. Как по вкусу будет. Да, и будет вам рассказывать, стоит или не стоит, или вообще это нужно только выбросить. Наверное, это возьму. А что это? Этот пюре. Картошка. Картофельное пюре. Так, что я взял здесь? Этот. А рис есть какой-то? Вот рис. Это рис? Это рис? Да, рис. С макаронами. Окей. Ну ты не бери только макарон, здесь есть еще и консервы. Есть рыбные. Давай сейчас возьмем. Тушенка. Эти. Есть, как у нас там. Вообще в России. По-моему, сюда они. Да? Вообще в России очень вкусная тушенка есть, ты знаешь? Что это? Что это за рыба? Макерел. Макерел. Что здесь? Тунец есть здесь? Здесь и тунец есть, наверное, по доллару. Нет, этот чикен. Рыба. Туна. Туна в воде. А, и... да, да. В воде. Даже диетическая. Салмон. Салмон. Pink салмон. А ред салмон я видела этот в другой магазин. 10 баксов стоит. Вот я даже буду снимать. Это, это доллар. Ну давай, бери. Сейчас дома. Посмотрим. Что это? А, это сардинис. Ага. Я знаю, что есть еще хам в этот, ветчина. Хэм. Вот не та. Вверх. Нет. Вот там, туна курица. Еще. Это тоже как этот. Как этот, да. Курица там. Туна салат. Здесь вообще классно. Фрукты вот есть. Вот тут и куриный суп. Только нужно подогреть его и все. Но это в другой день Ваня будет пробовать такие. Ваня, да. Я как самый нищий. Ты сам захотел? Ну, буду попробовать. Ну, если будет вкусный, что могу сделать? Да. Нет, здесь можно найти даже и что-то хорошее. А я думаю еще одно. Дешевый магазин. Дешевые продукты, но... А вот такой вот же туна, то все, даже много продуктов есть и в другие магазины. Мы потом будем снимать видео и покажем вам. В другие магазины есть такой же бренд. Да, все, но только он стоит в два раза дороже. Да, это зависит от магазина. Да. Насколько жадный. Кстати, мы нашли и как у нас... Невина. А здесь как называется... Ну, не знаю, короче, как. Вот они по свининой. Нет, этот с говядиной. С курицей. Что еще? Да, с говядиной, с курицей только. Ты с чем берешь? Да, я что-то с курицей. С курицей? Угу. Ну, давай. Вот это все, что мы покупали с магазина. Все по доллар. Насколько видели. Макароны Невина, нудл с куриным ароматом, здесь что, рис, пюре, рыба, что еще, тут тоже рыба, этот сок. Фрукты. Ну, фрукты. И здесь уже тоже. Рыба. Нет. Рыба. Вот я приготовил здесь вода кипяченая, да. Посуда. Иринка уже хочет этот открывать. Да. А, наверное, сначала будем приготовить эти. Даже посуда не нужна. Угу. Все одноразовое можно использовать. Вот наша Невина.
Эти две нам нужно будет варить на плиту. Сейчас мы будем приготовить там и будем показывать вам, как они готовы. Ну, короче, нужно налить молоко, вода в кастрюлю. И когда кипятит, то наливаешь их уже. Мешаешь и ждешь там пару минут. И все готово. Еда готова. А пока эти будут вариться, мы будем открывать эти консервы. Деленька, хочешь? Ну, здесь почти полный. Здесь полный, и здесь он... Так, а что здесь? Здесь рыба какая-то. Вот. Кусочек рыбы, это как и наш этот, скумбрия что-то выглядит. Ага, на коже. Меркел, я вспомнил. А здесь вот два куска. Наполовину. От тунцов это вообще как кашка. А там? А ну смотри, здесь вообще наполовину мяса и... А там курица. А здесь фрукты. Все, мне нужно там налить тех. С макарошки. Так. Это приправа вроде бы. Готовая с приправой. Да, да. Ой, блин, так пахнет. На медленном огне и нужно, чтобы варилось сколько минут здесь написано? 5-7 минут, по-моему. 5-7 минут, да. Нет. Минимум 12 минут. Ну, короче, вот крышкой. Вот здесь для картошки, для пюре. Вот здесь для картошки сейчас. Вот так наливаем. И мешаю. Ой, а вот этот рис, он так пахнет. Не картошка, а вот рис, который чуть раньше мы налили. Вообще, это пипец, какой запах. Сейчас будем попробовать. Ну, там макароны, да, вот они уже готовы. Это что-то мне напоминает о Канаде. Мы когда были с ребятами там, мы дошли до этого жизни, ну, первые недели. Видели самый дешевый, хотели попробовать. Ну, ребята, привет, те, которые меня знают. Они тоже попробовали, они тоже... Да. Тебе нравится? Да. Ну, на вкус вроде бы как-никак. Я бы тоже попробовала макарошки. Вспоминать студенческие годы. Да. Чё? Примерно как у нас. Да? Угу. Ну, давай нашу вот, Мирина. Mm.
почти то же самое. Да. Аромат ну, да, очень похож, очень. Короче. Да. О, мясо. О, да. Да, мясо хочешь? Я боюсь, что Беленька это кушала. Беленька очень нет. Кушала. Ну, как мясо. Так, чувствуется как мясо, а по вкусу не чувствуется. Понятно. Что там? Тунцо? Угу. Это я должна попробовать. Да, да. На, бери весь. А-а. А, по вкусу, по запаху вообще. Да. Да. Что здесь у нас? Stink Salmon Steaks. Сейчас я ищу. Воняет чуть-чуть. Чё, несъедобно? Воду хочешь пить? После столько вкусняшек и вода захотел Ваня. Да. Ох, последняя жертва. Мне кажется, что та должна быть вкусная. Сейчас посмотрим. Ну, вкуснее. Мне и запах понравился, когда ты ее открыл. Это, типа... Ну, сначала все воняли, а сейчас это будет вроде бы так нормально. Ну, что скажешь про консервы? А что? А здесь уже коктейль, вы видели. А, я думаю, насчет консервы это, да, реально намного вкуснее. Эти... А, и курица, как никак можно скушать. Если голодный, то нет проблем. А те две не рекомендую. Это как у нас. Макароны, как у нас. Сейчас и пюре будем кушать. Ой. И рис. Вспомнил, как картошка. Вот картошка, как выглядит. Ну, такую картошку я тоже кушала. Даже у нас в селе, в школе тоже такой... Из порошок они делали пюре. Ну, как обычно. Так. Что как обычно? Как картошка или что? Не, как порошок. Вкус я бы... Ну, в крайний случай можно кушать, а я бы не кушал. Вот здесь макарон с рисом. И брокколи типа. Ну, что-то видно. Ну, пахнет как молоко испорченное, как-то так, да? Так себе, неплохо. Да. Ну и, о, у меня и десерт есть. Сейчас я это буду попробовать. На запах вроде нормальный. На вкус тоже. А, здесь что-то еще есть. Что там? Там груша, персик и вишня, наверное. Ну, нормально. Нормально, да? Да, я могу сказать, что это что-то нормальное, можно съесть. Это тоже можно съесть. Вкусный. Это. Эти, наверное, так ставлю. Эти. Так. Короче, эти еще можно скушать, если голодный. Особо для студента, наверное, которые придут сюда в Америке. Эти не рекомендую вообще. Лучше даже не думать тратить денег. И обычно, смотрите, кто не любит острый, вы можете смотреть, они похожи, допустим, может быть тоже такие, но они могут быть и острые.
Ну, на сегодня все. Если вам интересует что-то еще, какие-то продукты, что-то новое попробовать, дешевле, чем эти, наверное, если есть где-то, или подороже, без проблем, можете писать в комментарии, и мы можем делать. На сейчас пока, и увидимся в новом видео.